А далеко этот торговый центр? Да нет, Галина Сергеевна, тут рядом. Прямо за углом. Так вот это вот забирайте и идите к машине. Хорошо. Я вас через 15 минут догоню. Хорошо. Так. Угу. Мышка. Эдик. Мышечка. Упала в обморок. В обморок? Ну как, тебе лучше? Да. Еще минутку полежи, тебе не повредит. Помнишь, ты также упала в обморок, и у нас отменили контрольную по математике. Весь класс был тебе благодарен, особенно я. Честно говоря, я всегда считал тебя гадким утенком. А теперь... Я превратилась в гадкую утку. Да. Ты превратилась в красивую женщину. Давай угадаю. Ты, конечно, замужем, так? Твой муж немного старше тебя. Наверняка занимает высокий государственный пост. Вернее, управляет крупной коммерческой структурой международного уровня. Вы редко видитесь, потому что он все время проводит в командировках за границей. Точно верная и преданная жена, которая посвятила всю свою жизнь карьере мужа и детям. У тебя мальчик или девочка? Да. Дочь или сын? Дочь. Взрослая? 18. Конечно же, красавица, умница, учится в Оксфорде. В Гарварде. Лучшая ученица. Угу. Дом на Рублевке. На Новой Риге. Неплохо. И теперь, когда ни твой муж, ни дочь не нуждается в тебе, как раньше, ты, окруженная богатством и роскошью, чувствуешь себя чуть-чуть одинокой, чуть-чуть разочарованной, немного уставшей. Ты садишься в свой BMW? Нет. Ты не садишься? Хочешь пешком, да? У меня Мерседес. Едешь сорить деньгами, чтобы поднять себе настроение. Ну? Как тебе? Я прав? Откуда ты все про меня знаешь? Ой, давно живу. Извини. Алло? Да-да? Да? Иду. Угу. Извини, мне нужно заехать в банк. У тебя свой банк? Муж подарил на день рождения. Угу. Можно счет? Платить не нужно, ты у меня в гостях.
А, это свой ресторан? Это мой торговый центр. О. Да. В Москве у меня таких три. Один в Париже, на Елисейских. На Елисейских? Один в Токио. Совсем крошечный. Крошечный? Да. Вот такой вот. И один в Нью-Йорке. Я провожу тебя. Ну, а как в личном плане? Жена, дети? Много раз обжигался. Однажды влюбился, как последний мальчишка. Я увидел ее на площади Сан-Марко. Простую питерскую девушку. Она была такая светлая и чистая, что я совсем пропал. Расписались в отель Довиль, свадьбу отпраздновали в Шато Рамбуйе. Ну, ты знаешь. Ну, да. Под Парижем. Да. На свадьбу съехались очень многие мои друзья. Агаси, Дэвид Копперфильд и Моника с Винсентом. Mm-hmm. И даже ежик. А ежик это кто? Дизайнер. Йоза Ямамото. Я его ежиком зову. Вот такой парень. Ты с ними дружишь? Ты знаешь, когда человек богат и хорош собой, с такими людьми сходиться легко. Ну да. А что стало с твоей питерской принцессой? Она поиграла со мной и бросила холодно, расчетливо, цинично. После этого я зарекся. Знаешь, увидел тебя и вдруг понял, что я всю жизнь искал не ту женщину. Ну ты не грусти. Все будет хорошо, вот увидишь. С наступающим тебя. Спасибо и тебя. Может быть, как-нибудь вместе пообедаем или поужинаем? Вот, пожалуйста. Звони в любое время. В мой кабинет. Павел Павлович, спасибо вам за машину. Подарки всем купила? Всем. И вам в первую очередь. А какой не скажу, пускай будет сюрприз. Узнаете на корпоративной вечеринке. Посмотрим, посмотрим. Миша, скорее давай, я в дому опаздываю. Я мухой, Павел Павлович. Добрый вечер, Володя. Здрасте, Галина Сергеевна. А вы, как всегда, последняя. Приходите раньше всех, уходите позже. Работы много. Ну, как там мой крестник? Не хулиганит? Да есть немного. Ну, передавай ему от меня. Балуйте вы его, Галина Сергеевна. Бери, бери. Спасибо большое. Привет, Австралия. Доброе утро, милая Эмма. Скоро 2 года, как мы с тобой встретились в интернете и начали переписываться, а я до сих пор не могу привыкнуть к этой разнице во времени. Я только ложусь спать, а ты уже просыпаешься. Сегодня я встретила человека, о котором столько тебе рассказывала. Напрасно я думала, что время притупило мои чувства к нему. При виде Эдуарда я упала в обморок, представляешь? Но это не единственная глупость, которую я сделала. Я соврала ему, что я замужем за бизнесменом, что у меня есть взрослая дочь, ученица Гарварда, что мы живем в большом загородном доме, и у меня даже есть свой собственный банк. И теперь я чувствую себя полной дурой. Что мне делать? Если не спешишь, ответь мне скорее. Ты все сделала правильно. Пусть поймет, что он был слепым идиотом, если не замечал такой красивой женщины, как ты. Пусть теперь кусает локти, его поезд ушел. А я? А что делать мне? Ведь я люблю его. Я готова на все, лишь бы снова его увидеть. Тогда расскажи ему правду, скажи, что ты его разыграла, а потом бери инициативу в свои руки и действуй. Такие встречи не бывают случайными. Это судьба.
Милая, дорогая моя Эмма, спасибо тебе за все. Я очень по тебе скучаю, хотя никогда тебя не видела. Ты моя лучшая подруга. Надеюсь, что в новом году мы обязательно встретимся. С добрым утром, Австралия. С добрым утром, моя дорогая Эмма. Андрей Васильевич! Андрей Васильевич, как там ваша Мотя? Нет больше моей собачки. Сегодня утром. Один я остался. Андрей Васильевич. Угу. Кто там? Это я, Галя. Галочка, я рада вас видеть. Заходите. Нет, я на работу опаздываю. Вот ваш кефир и пряники. Господи, Галочка, что бы я без вас делала? Вы бы уехали к своему сыну в Америку. Нужна я ему. Ну почему вы не помиритесь? Кто-то должен сделать первый шаг. Но это буду точно не я. А, Галочка, почему вы не согласились выйти замуж за моего Давида? Я люблю другого человека. Тогда почему вы с ним не поженитесь? Все так сложно. Все очень просто. Посмотрите на меня. Вы хотите одинокой старости? Нет? Тогда вот вам мой совет. Пока вы молоды, берите от жизни все. Все, что она вам предлагает. И не ждите манны небесной. Ее не будет. Это я вам говорю. Привет. Не узнал? А вы сегодня какая-то другая. Какая? Счастливая. Oh, 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 oh
Послушайте, какого черта вы не чистите свою территорию? Дим, посмотри, что у меня здесь написано? Охранник. Ты ничего не путаешь? Нет. А я думал, тут написано дворник. Ладно, остряки. Позвоните Мышкиной Галине Сергеевне и скажите. К ней пришел Эдуард. Подойди. Алло. Это вас, охрана. Говорят, к вам пришли. Кто? Она спрашивает, кто? Какой-то Эдуард. Пойди покури. Я ж не курю. Ну, чайку попей. Я ж только что пила. Ну, просто выйди. О. Алло. Галина Сергеевна. Володя, молчи и слушай. Я буду задавать тебе вопросы, а ты отвечай только да или нет. Понял? Да. Он еще там? Да. Ты сказал ему, кем я работаю в банке? Нет. И не говори. Палыч вернулся? Нет. Ты можешь, без лишних вопросов, отвезти этого человека в кабинет Павла Павловича? Под мою ответственность? Да. Спасибо. Тогда через 10 минут отведи его туда. И постарайся, чтобы по дороге он ни с кем не разговаривал. Ты меня понял? Да. Ну что? Галина Сергеевна вас примет через 10 минут. Благодарю. Спрашивали, премия какая-то тебе, я что-то не поняла. Не, премия? Да не звони, там мне что с телефона, спустись лучше. Да, хорошо. Проходите сюда, пожалуйста. Пойдите. Вам пришли. Пригласи. Проходите. Эдик, какой сюрприз. Прости, пожалуйста, что я без приглашения. Ты наверняка чертовски занята. Я просто проезжал мимо. Ну, проходи. Ты носишь бейджик? Это знак. Знак? Знак чего? Знак нашего корпоративного братства. Я президент, но, видишь, вкалываю, как все. Ты это здорово придумала. Это тебе. Спасибо. Может быть, чай, кофе? Спасибо. Не хочу.
Ну, тогда коньяк. О, рановато. Значит, это и есть твой банк? Да. Прости, пожалуйста, а это кто? Муж? Нет, отец. Эдик, мне нужно кое-что сказать тебе. Здравствуйте, Павел Павлович. Вон накорпоративился. Ты не возьмешь? Перезвонят. Эдик, я хочу сказать тебе... Я знаю, что ты хочешь сказать. Откуда? Я испытываю то же, что и ты. Боюсь, ты неправильно меня понял. Я понял, что жизнь моя пустая никчемна. Здравствуйте. Понял, что деньги делают людей богаче, но отнюдь несчастливее. И еще я понял, что я бесконечно устал. Устал делать вид, что я успешный и счастливый человек. Много. Обманывать себя и других устал. Тебя увидел и вот как будто прозрел. Эдик. Пожалуйста, не перебивай меня, иначе я не скажу того, чего должен. Ты удивительная. Замечательная. Ты добрая. Умная. Красивая. А главное, что ты настоящая. Без фальши и вранья. Мышка, ты ангел. Ты мой новогодний ангел. Я не ангел. Ты меня не представишь? Эдуард. Я школьный товарищ вашей дочери. А, вот в чем дело. Да, зашел. Здрасте. С ней перекинуться словечком. Пойдем мы, пожалуй. Если ты не возражаешь. Эдик! У вас очень красивая дочь. Эдик! Я ей передам. Интересно. А что-то я не поняла, какая такая премия-то? Премия? Премию еще нужно заслужить. И свяжите меня с Мельбурном, скажите, что срочно. С каким еще Мельбурном? Она у нас новенькая, первый день сегодня. Ну иди, а то замерзнешь. Спасибо, что зашел. С Новым годом тебя. И тебя. Ну, я пойду. Хорошо. Пока.
Галя. Что? Я тут подумал. Что? Да, нет, ничего. Нет, скажи, что ты подумал. Не будь слишком дерзко с моей стороны, если я заеду к тебе в новогоднюю ночь. Ты не волнуйся, я только поздравлю тебя, выпьем по бокалу шампанского и сразу же уеду. Эдик. Я все понял. Прости, я не должен так с тобой поступать, это нечестно. У тебя крепкая, счастливая семья, дом полная чаша. А тут я со своей рефлексией. Но я опять все испортил. Какой же идиот. Прости мне, мышка. Будет лучше, если мы больше с тобой никогда не увидимся. Прощай. Галина Сергеевна, вы меня слышите? Что? Так вот, я говорю, если грабить банк, то надо грабить его под Новый год. Согласны? Почему под Новый год? Ну как, каникулы. 10 дней никто не хватится. Галина Сергеевна, а вы меня не отпустите? Мне просто еще надо Борьке подарок купить и Алешку к маме отвезти. Намекаешь, что меня никто не ждет? Ну ладно, иди. Спасибо. Фролов, ты меня напугал. Извините, у нас тут сбой какой-то произошел. Давайте помогу. Да не надо. Ну давайте помогу. Да не надо, я сама. Да ничего, я помогу. Да не надо. Ого, что у вас там? Деньги. Решила себе сделать подарок на Новый год. Спасибо. С Новым годом, Галина Сергеевна. С Новым годом. Алло, Эдик, это я, мышка. Я тут подумала, может, нам встретить Новый год вместе, если ты не возражаешь, конечно. Я перезвоню завтра и скажу адрес. Пока. Галина Сергеевна, ну я не ожидал от вас. Я сама от себя не ожидала. Ключики-то забыли сдать? Ключики? От хранилища. Милая Эмма, ты не представляешь, что я сегодня натворила.
Я ограбила банк, где честно проработала столько лет. Но ты не подумай, я взяла эти деньги только на время взаймы. После Нового года я их верну, и никто даже не заметит. Ты сошла с ума? Неужели он того стоит? Сегодня я окончательно поняла, что все еще люблю его и готова ради него на все. Новогоднюю ночь я ему в этом признаюсь и больше никуда от себя не отпущу. На 3 дня? Вы хотите арендовать этот дом всего на 3 дня? Да, что? Простите, могу я поинтересоваться, зачем? Я хочу украсить его и встретить Новый год с любимым человеком. Я хочу, чтобы этот дом был моим. Пусть всего на 3 дня. Он увидит этот дом, увидит вас и поймет, что вы та самая единственная и неповторимая женщина его мечты. Так? Надеюсь. Чертовски умный план. Всего доброго, спасибо. Удачи. Вы кто? А вы кто? Я новая хозяйка этого дома. А вы кто? А я сторож этого дома.
Документы есть? Да вот, договор об аренде. Ой. Ну так бы сразу и сказала. Чего орать-то так? Ну, знаете ли, я испугалась. У вас такое лицо. Подумаешь, какая нервная. Да. С наступающим вас. Ага, с наступающим обморожением. Какой цинизм. Отобрать все у человека, выгнать на улицу и еще счастья пожелать. Почему на улицу? Вам что, некуда идти? А разве тебя это волнует? Послушайте, я сняла этот дом всего на 3 дня. Мне очень нужна помощница по хозяйству. Если вы останетесь, я вам хорошо заплачу. Хорошо заплачу, это все обещают, а потом... Ну, я уже и вещи собрала. Только учти, характер у меня не сахар. Во-первых, я храплю, как товарный поезд. Во-вторых, люблю ночи перекусить. И, конечно, выпить. Не будешь холодильник запирать? Не буду. Обещаешь? Клянусь. По рукам? По рукам. Вас как зовут? Катя. И сразу на «ты». Просто Катя. На «ты» и просто Галя. Ловко. Жизнь научила. Кем я только не была. И артисткой кукольного театра, и поварихой на сухогрузе, и даже золото в Магадане мыла. В общем, помотала тебя жизнь. Ей тоже от меня досталось. Ты замужем? Нет, а ты? Была, только не знаю уже сколько раз. Вот если бы замужество включили в Олимпийские игры, я бы могла тренировать национальную сборную. Я всегда влюблялась не в тех мужчин. Бежала за ними на край света, а возвращалась одна. Зализывала раны и давала клятву, что больше никаких мужчин. Разве нельзя просто дружить? Дружить надо с соседями, а мужчины созданы для любви и зарабатывания денег. А женщины? А женщины, чтобы получать удовольствие от мужчин и от их денег. Thank you.
Катя, теперь твоя очередь. Я? Никогда. Легкая стрижка и немного макияжа тебе не повредит. Макияж только в гробу. Да и там не обязательно. Послушай, ну это будет мой новогодний подарок тебе. Спасибо, но мне и так пойдет. Но я же пошла на все твои условия. Я сказала нет. А если я заплачу? Нет. 100? Нет. 200? Нет. 300? Да хоть 500. А 600? Идет. Катя, ты умеешь хранить чужие тайны? Я? Да вся моя жизнь сплошная тайна. Причем военная. Ну, я серьезно. Молчу и слушаю. В общем, этот гость, он не должен знать, что я сняла этот дом только сегодня и всего на 3 дня. А что ему нужно знать? Что у меня есть муж. Сильный, умный, красивый, заботливый. Ага, короче, настоящий мужик, которых уже не делают. И еще у меня есть дочь. Ты же говорил, что у тебя никого нет. Ну, у меня действительно никого нет. Но он не должен знать этого. Пока не должен. Хочешь его женить на себе? Да не хочу никого на себе женить. Катя, помоги мне. Я люблю этого человека. Очень давно, всю жизнь. А он знает об этом? Нет. Но сегодня узнает. Зря. Почему зря? Мужик не должен знать, что ты его любишь. Даже если ты разрываешься от любви, все равно не признавайся. Потому что сядет на шею и ножки свесит. Это он. А я еще не готова. Катя, я умоляю, встреть его как можно теплее. Я быстро. Дом Галины Сергеевны, я не ошибся. А вы, простите, кто? Я гость. А вы? Управляющий этим домом. Ну? Чего стоим? Кого ждем? При личных домах мужчина первым здоровается с женщиной, независимо от ее социального положения. А вы, я так полагаю, прямиком оттуда? Из приличного дома? Не похоже. Да что вы, от вас просто за версту несет вековыми английскими традициями. Ух ты! К нам приехал умник. Слушай, как там тебя? У меня был трудный день, а у тебя, судя по всему, трудная жизнь. Давай не будем все осложнять. Ты сейчас извинишься, впустишь меня в дом и займешься своими халдейскими делами. А я так и быть, не стану просить мышку тебя выгнать. Встречное предложение. Интересно, какое? Ты извинишься за халдея и уберешь эту гадкую ухмылку со своего лица, а я тебе за это, так и быть, ничего не сломаю. Эдик! Мышка, здравствуй! Я не слишком рано? Заходи скорее! Катя, что ж ты держишь гостя в дверях? Не расслабляйся. Зараза.
Здравствуй, Мышка. Здравствуй. Мышка, ты... Ты великолепна. Спасибо. Катя, возьми, пожалуйста. Какой красивый дом. С таким отменным вкусом все сделано. Сразу видно, что тут поработал не один дизайнер. Ну, нет, никаких дизайнеров. Я сама. Тогда у меня просто нет слов. Ты большая умница. А где наш муж? В Европе. По каким-то неотложным делам задержался. Жалко. Я так хотел с ним познакомиться. А дочка? Звонила, извинялась. Встречает Новый год со своим бойфрендом. Каким-то итальянским кутюрье. Значит, а гости будут? У нас как-то не заведено. Мы встречаем Новый год втроем. Ну, то есть вчетвером. А кто четвертый? Катя. Катя? Угу. Она давно у тебя? Очень давно. Она очень хорошая. Добрая. И сильная. Да что ты? Ваш чай, Галина Сергеевна. Спасибо, Катя. А может быть, что-нибудь покрепче? Успеется. Вся ночь впереди. Я сейчас. Ну, как тут наша утка? Ты, наверное, хотела спросить, как мне твой Эдик? Вовсе нет. А, кстати, как он тебе? Будь это последний мужик на земле, я бы и тогда не стала крутить с ним любовь. Ну, почему? Да потому что он красит волосы. От него женскими духами пахнет. Ты ногти его видела? Ты видела его холеные руки? Он же тяжелее Паркера в жизни ничего не поднимал. Это же... Нет, это же не мужик. Это какой-то пудель. Ты хочешь знать мое мнение? Нет. И вообще, не смей вмешиваться в мою жизнь. Я так и знал. Знаешь, Машка, я смотрю на тебя, и как будто не было всех этих лет. Будто мы снова молоды, как тогда, помнишь? Еще бы. Я все мечтала пригласить тебя на белый танец, но так и не решилась. Попробуй еще раз. Можно тебя? С удовольствием. Бросим, отправимся на край света, будем пить ледяное шампанское, есть устриц, валяться на песке и плевать в океан. Давай. Только... Да. Только ты и я. Кого-то ждешь? Нет. А кто это? Не знаю.
Чтобы ответить на этот вопрос, надо как минимум открыть дверь. Катя, кто там? Какой-то слепой. И к тому же не мой. Правильно. Перед вами портрет идеального мужа. Слепо-глухонемой, капитан дальнего плавания. Вам кого? Обожаю твое чувство юмора. Каждый раз при нашей встрече ты задаешь мне один и тот же вопрос. Вам кого? Тебя, любимая. Тебя, милая. Всю и без остатка. О, у нас гости. Простите, не заметил. Александр, муж этой красивой женщины. Можно просто Саша? Очень приятно. Наслышан. Эдуард, школьный товарищ этой красивой женщины. Можно просто Эдди. Отлично. Я буду звать вас Эдом. А я вас Шуриком. Заметано? Дорогая, ой, что-то горит. Моя утка. Моя утка. Голчонок, не расстраивайся. Дай мне пару секунд, я сотворю все твои любимые блюда. Говядина в листьях смородины. Запеченные устрицы. Клёцки из лангустов со шпинатом. Марципановое сердце. Галочка не говорила вам, что эротическая кухня мой конек? Не успела. Эд, дружище, вы не поможете мне забрать продукты из машины? С удовольствием. Спасибо. Ух ты! Вот это да! Не мужик, а шестиствольный миномет. Кто это? Понятия не имею. Татуировку видела? Точно. Нет. За убийство сидел. Держи. Держи еще. Стоять! Ну что, хочешь увидеть свои внутренности? Что вы делаете? Вы с ума сошли? Давно? Что? Ухлёстываешь за моей женой давно? Я ухлёстываю? Я же видел, как ты на нее таращишься. Я таращусь? У нас что, эхо завелось? Мы со школы не виделись. Случайно встретились в магазине. Посмотри мне в глаза. И ты увидишь, что я с тобой сделаю, если ты врешь. Я не вру. Эд, дружище, ну я же пошутил. Расслабься. Шуточка ваша. Шурик. Это отличная гимнастика для нервов. Кто вы такой? И что вам здесь нужно? Александр Сергеевич, бизнесмен. Ваш любимый муж. Хорош собой. Остроумен. Патологически ревнив. Так написано в моей роли. Что значит в роли? Вы что, артист? Не артист, а актер. Да какая разница? Большая. Да прекратите вы нырять, когда я с вами разговариваю. Послушайте, я не знаю, кто и зачем вас нанял, но я заплачу вам в два раза больше. Только уходите. Привыкли всех покупать? Ну, я и не думала, что у артистов есть комплексы по этому поводу. Так что берите деньги и уходите. Я остаюсь. Мне и так хорошо заплатили. А если вздумаете меня выставить, я расскажу всю правду. Тогда уйду я. Не уйдете! Это почему? Почему? Я же все вижу, все понимаю. Послушайте, ну, как вас там? Александр Сергеевич, ваш любимый муж, бизнесмен, хорош собой, патологически ревнив. Да прекратите вы поясничать. Ну а зачем вы врали про мужа? Вас это не касается. Да? Вообще. Что? Вообще, вы мне глубоко неприятны. А, ничего, стерпится, слюбится. Послушайте, неужели у вас совсем нет самолюбия? Я актер, самолюбие мне не по карману. Эдик!
Эдик! Где же эти чертовы ключи, а? Эдик, ты что, уезжаешь? Да. Как говорится, пора и честь знать. С наступающим тебя, мышка, будь счастлива. Звони, если что. Ну почему? Не хочу компрометировать верную жену перед любящим мужем. А если я тебе скажу, что нет никакой верной жены, никакого любящего мужа, если вся эта семейная идиллия — это просто иллюзия? Не может быть. Я давно хотела с ним развестись, но я все не решалась. Но сегодня я это сделаю, и никто меня не остановит. Мышка. Не говори ничего. Обними меня для храбрости. Это ваши ключики. Я подметала дорожки, гляжу, валяется. Мои. Спасибо большое. Счастливого пути. Эдуард Геннадьевич остается у нас праздновать Новый год. Правда? Какое счастье. Саша. Да, любовь моя. Я хотела сказать тебе об этом завтра, но скажу сейчас. Так. Я ухожу от тебя. Я люблю другого человека. Да? И кто же это? Я его знаю? Теперь знаешь. Это Эдуард. Значит, я не ошибся. Ты все-таки ухлестываешь за моей женой. Только, пожалуйста, не нужно все опошлять. Прими эту новость как настоящий мужчина и держи себя в руках. Могу я задать вопрос? Почему ты уходишь? Потому что я люблю Эдика. И всегда любила только его. А я? А ты? Ты просто роковая ошибка. Прости, если сможешь. А как же брачный контракт? Ты же всего лишишься. И виллы на Кипре, и огромной квартиры в Ницце, и этого дома, и даже своего банка. Как же ты будешь жить? Неужели ты думаешь, что я буду содержать тебя и твоего Мазурика? Ты всегда думаешь и говоришь только о деньгах. А Эдуард, он совсем другой. Я открою. Здравствуйте, с наступающим вас. Где же, о, мамочка, как же я соскучилась. Вот, решила сделать тебе сюрприз. Считай, у тебя получилось. Папка. Приехала, лягушка-путешественница. Как же я по тебе соскучился. Так, а где же твой бойфренд? Ой, не спрашивай, с ним все кончено. Да? Подожди, а как же ребенок? Слушай, во-первых, ребенок совершенно нет него. А во-вторых, мы проживем без них. Правда, пап? Да. Ты, главное, роди. А вот мы с мамкой. Мамка. Его воспитаем. Правда, любимый? А что же у нас гость? Да, познакомься. Это Эдуард, старинный знакомый твоей мамы. С Новым годом. С новым счастьем. Ладно, я пойду в свою комнату. Давай. Я надеюсь, ее никто не занял. Дети из цветы жизни. Да. Ну, здравствуй, счастливая дочь счастливых родителей. Здравствуй, мама. Я что, плохо играю? Я хочу знать, кто тебя нанял. Я не знаю. Да какая разница? Кто, зачем, почему? Лишь бы платили. Ну и что у тебя за роль? Моя роль? Очень простая моя роль. С приездом любимой дочки. То есть меня. Наша дружная семья становится еще крепче и счастливее. Так, ясно. Теперь ты будешь играть по моим правилам. Как скажешь, мамочка. Что будем играть? Значит так. Счастливые родители не так уж счастливы. Новый год заканчивается разводом. И дочь уезжает обратно в Америку. В Америку? В Америку! Yeah! Еще вопросы есть? Бабка, тоже актриса? Нет. Эдик и Катя настоящие.
Знаешь, мышка, это было нечто. Вот так запросто разрушить свою жизнь, чтобы начать все сначала. Достоин ли я такой женщины? Давай уедем отсюда. Куда? К тебе. Да и бы с радостью, но я совсем забыл про эту чертову ведьму, свою жену. Как? Ты еще женат? Нет. Мы же давно не живем вместе. Я даже забыл про нее. А вчера вечером является. Я была в Вегасе, попала там на большие бабки. Я ей говорю, твои проблемы. Она мне отвечает, дашь денег, подпишу документы о разводе. Я ей говорю, да с радостью, лишь бы только больше тебя никогда не видеть. Ну ты ей дал? Но я одеваюсь, муха лечу в банк. Попадаю в пробку, бросаю машину, иду пешком, наконец добрался. И представляешь, прямо перед моим носом охранник закрывает дверь. 5 минут не хватило. А сколько тебе нужно? Да много. Она еще требует кэша, а у меня все деньги в деле. Как я могу подвести компаньонов своих? Сколько? Много. Сколько? 500 000 долларов. Я дам тебе. Займу. Ты шутишь? Завтра отвезешь ей деньги, а когда открою твой банк, вернешь мне. Да зачем? 10 дней ничего не решают. Для меня решают. Мышка, ты у меня чудо. Ну где же вы? Новый год скоро начнется, а мы еще не проводили старый. Катя, подавайте шампанское. Провожать надо водкой или коньяком. Так, а тебе вообще только сок. Эд. Да, Шурик. И ты, дорогая. Я тут подумал, мы ведь все-таки современные интеллигентные люди. Так почему бы нам вместе не встретить Новый год? А все проблемы отложим на завтра. Отличная идея. Прекрасно. Садитесь. А вот это, Эд, я приготовил персонально для тебя. Спасибо, Шурик, но право, не стоило так себя утруждать. Ну что ты, никаких трудов. Друзья моей бывшей жены, мои друзья. Попробуй. С удовольствием. Очень пикантно. Угу. Да. Что такое? Мало перца? Эдик? Много перца? А, я думал, ты любишь остренькое. Что такое, Эдик? Ничего, Эдик просто шутит. Что ты с ним сделал? Кстати, а вы знаете, что в перце витамина С гораздо больше, чем в лимоне? Я уже не говорю про витамин В1 и В2. Эдик, возьми. Ну что? Лучше? По коридору налево. Прошу прощения. До Нового года осталось 5 минут. Александр Сергеевич, шампанское подавать? Катя, ну ради бога, не кривляйся. Ты же знаешь, что у меня Александр Сергеевич совсем не мой муж. Подумаешь? Дело наживное. Ну да, я не твой муж. Она не твоя дочь. Но ведь Новый год настоящий. И шампанское настоящее. Так почему бы нам его не выпить? Да делайте, что хотите. Эд, ты как, выйдешь или тебе шампанское подать в сортир? Понятно. О! Я никогда не встречал Новый год с абсолютно чужими людьми. Когда мы сидим за одним столом, мы уже не чужие. Я не знаю, кто и зачем вас нанял, но вы мне даже помогли. А зачем же еще нужна семья?
Ура! 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 С Новым годом! Кто закричал? Это, кажется, на улице. Да нет, это в бассейне. Делайте, отпустите его немедленно. Я сейчас милицию вызову. Вызывай. Подожди. Стоять. А можно узнать, что здесь происходит? Ты кто? Я хозяин этого дома. Это моя жена. Там моя дочь. А. Изольда! Слышь, Казанова, ты сейчас кого на бабки разбудишь? Мать или дочь, а? Изольда, а? Я тебе отдам. Всю денежку отдам. Клянусь тебе. Ну, конечно, лапуль вернешь. Ну, куда ж ты денешься? Милый. Я же тебя зря 2 месяца разыскивала, что ли? Изольда, не надо! Вы жена Эдика. Кто, я? Смешно. Нет, я не жена. Господи, ты хоть знаешь, с кем ты связалась-то, а? Мышечка, я тебе потом все объясню. Не слушай ее. Лапуль, не суетись, я сама все объясню. Не надо! Наш Эдик – профессиональный альфонс. Зарабатывает на жизнь тем, что разводит на деньги богатеньких идиоток. Ну, таких, как ты и как я, собственно говоря. Я вам не верю. Да? А когда поверишь? Когда он тебя кинет на бабки, использует и бросит, да? А что такое у нас с лицом? А, боже мой! Собралась с ним на край света, да? Ну, конечно. Пить ледяное шампанское, кушать устриц и плевать в океан. Это не может быть. Да, сама не верила. Так, ну-ка. Слышь ты, енот полоском, где мои деньги? Лиза, я тебе все отдам. Все, все до копейки. Ну ты же, ну ты же меня знаешь, Лиза. Аня? Изя, ну больше не надо, Изя! Надо. Сколько он вам должен? Ты-то здесь при чем? Сколько? Ну, скажем, 500 000 евро. Все. Я отдам вам эти деньги. Катя, принеси мне мою сумку. Катя, я к тебе обращаюсь. Минуточку. Мне твои деньги не нужны. А что тебе нужно? Ты хотела его унизить? Так у тебя это получилось. Считай, что я его у тебя покупаю. Подожди, подожди, подожди. И что, твой муж это тебе позволит, что ли? Муж, у тебя жена чокнутая. Не в курсе? Да, это у нас семейное. Бери свои деньги и убирайся из моего дома. Ну-ка. А мы не горды. Слышь, букашечка, если они не настоящие, то ты знаешь, что я с тобой сделаю. Финита ля комедия. Надеюсь, никому ничего не должен. Эти деньги я отработал честно. Боже, как же я устал. Устал жрать, пить, строить глазки. Устал терпеть ваш дешевый балаган. Александр Сергеевич? Воротила бизнеса? А ты умная дочь богатых родителей из Гарварда. Какую ПТУ заканчивала? Артисты, прямо скажем, никакие. Да и режиссура оставляет желать лучшего. Кстати, кто не знаком, Галина Сергеевна Мышкина. Обыкновенный кассир обыкновенного банка. Не замужем, детей нет. Проживает в стандартной двушке. И больше сказать о ней решительно нечего.
Значит, ты все знал? Милая моя, я профи. Я чувствую запах денег за версту. Ну, посмотри на себя, какая ты бизнес-леди. Я это понял еще в торговом центре. А зачем же ты пришел в банк? За деньгами. Спасибо, что зашел. С Новым годом тебе. И тебя. Ну, какая я дура. Ой. Нет, ты не дура. Ты далеко не дура. Провернуть такое дельце, ограбить банк. Неужели это все из-за денег? Конечно. Каждый человек – это дробь. В числителе то, кем он хочет казаться, в знаменателе, что он есть на самом деле. Но теперь мы квиты. Ты ведь тоже хотел меня обмануть. Разве нет? Но я не сержусь. Хотела пожить чужой жизнью. Понимаю. Я просто хотела быть с тобой. Ой. Я целый вечер ломал эту... Это дешевую комедь. Терпел этих трех идиотов. А ты взяла и отдала деньги Изольде. Мышкина, ты все-таки законченная дура. Слушай, ты, Чацкий, попридержи язык. Да пошел ты. Я тебе сейчас твой числитель на знаменатель натяну. Попробуй. Да с удовольствием. Ну-ка стоять. Если не хочешь получить дырочку... В правом боку. А две не хочешь? Ага. Английская королева. Ну, тебя как раз не раскусил. Ты, видимо, из другой пьесы. Угадал. Пьеса называется «Смерть Альфонсу». Пошел вон! Катя, не надо! Убери ружье! А ты не выстрелишь. Опа! А был ли мальчик? Был. Ой, мамочки, как больно! А, что вы на меня так смотрите? Вы думаете, я притворяюсь? Господи, зачем я согласилась? Все из-за этих чертовых денег. Неужели я его потеряю? Я же не переживу этого. Чёртовы деньги. Хотелось немного заработать, так что подожди, в чём я нуждался. Ты не думай, не думай о деньгах. Думай о ребёнке. Простите меня, что я испортила вам Новый год. Ну о чём ты говоришь? Молчи, молчи. Береги силы. Молчи, молчи. Тихо, простите тихо. Меня. Срежем здесь. Черт. Ну что там? Засели, по-моему, капитально. Она теряет сознание. Нужно что-то делать.
Спасибо вам за вертолет. Это было похоже на чудо. Мне-то за что? Только бы они долетели. Долетят. Мой брат отличный пилот. Все будет хорошо. Господи, какая длинная ночь. Да, и она еще не кончилась. Для меня уже все кончилось. А о чем вы думаете? Я думаю о том, кто вас все-таки нанял. Я не знаю, честное слово. Нам не говорят имена заказчиков. И часто вам приходилось играть чужих мужей? Первый раз. Ну и что? Понравилось? Ну, играть конкретно вашего мужа, да. Вообще, я сначала не хотел. А почему ж тогда согласились? Я увидел вашу фотографию. Точнее, ваши красивые, грустные глаза. Еще скажете, что вы влюбились. Ну, а если так и было? Что тогда? Послушайте, как вас там по-настоящему-то? Александр. Так вот, Александр, вы заигрались. А спектакль давно уже закончился. Галина! Галина, подожди! Оставьте вы меня в покое! Прости, ухожу по-английски. Прощаться не люблю и не умею. Деньги не беру. Я договаривалась с миллионершей, а не с кассиршей. Будь счастлив, Катя. Посмотрите, что за чудо! Как красиво! Откуда? Давидка мой прислал. Значит, вы помирились? Ну, после такого я не могла ему не позвонить. Он долго отнекивался. Ну, я-то знаю, что это его рук дело. А через неделю он приезжает. Я так рада за вас. Спасибо. Здравствуйте. Здрасте. Спокойно, спокойно. Ой, что это за чудо? Как его зовут? Это Фрося, девочка. Представляете, в Новый год сижу один, самый Новый год. Вдруг звонок в дверь, открываю, никого, только корзинка. А там эта красавица. Спасибо вам большое и за елку, и за Фрося. Мой учитель Ландау, гений. Говорил, что лучше притворяться счастливым, чем действительно чувствовать себя несчастным. Но к вам это не имеет никакого отношения. Будьте такой, какая вы есть. С Новым годом! С Новым годом! Пойдем, пойдем. Ося, Адам.
Ну вот, милая Эмма. Теперь ты знаешь, как я встретила этот Новый год. Думаю, что теперь долго не смогу писать тебе. Что касается денег, то даже с учетом продажи моей квартиры, долг банку все равно будет составлять кругленькую сумму. Какая же я была дура. Надеюсь, тебя скоро освободят, и мы снова сможем переписываться. Павел Павлович, разрешите? Павел Павлович, я должна признаться. Да, Галина Сергеевна. Удивили вы меня. Не ожидал я от вас. Подожди, Павлик. Катя? Какая Катя? Это Эмма Константиновна. Павлик, оставь нас, пожалуйста. Ну, Эм, как скажешь. Ничего не понимаю. Давай заново знакомиться. Эмма Константиновна Витте, хозяйка этого банка и десятка других, разбросанных по всему миру. И еще твоя подруга по переписке. Эмма. Эмма из Мельбурна. Эту смешную австралийку я придумала, чтобы познакомиться с тобой. Но зачем вам, хозяйке банка, знакомиться с простым кассиром? Разве так важно, кто мы? Важно, что две одиноких женщины сумели подружиться. И перестань ты мне выкать. Ну, просто Эмма, договорились? Хорошо. Но почему именно я? Ты мне безумно напомнила меня в молодости. Такая же доверчивая, сердобольная. И мне было интересно, что же это за мужчина, который сумел расшевелить этот тихий омут? Я навела справки и поняла. Твой Эдик – законченный мерзавец. Но почему ты не остановил меня? Думаю, тебя бы не остановил и конец света. Нет, ты должна была испить эту горькую чашу до дна. А потом разбить ее, растоптать осколки и уже никогда не вспоминать вкус этого варева. И ты позволила ограбить свой банк. О, это было потрясающе. Это было так неожиданно, так дерзко. Я много делала глупостей из-за мужчин. Но твоя глупость феноменальна. Так это ты наняла актеров? Да. И главную роль в этой пьесе сыграла ты. И тебе нравилось, не правда ли? Да. Послушай, я... Вот деньги, которые я у тебя взяла. Тут... Немного не хватает, но я продам квартиру, я... Ничего не надо продавать. Считай. Мы в расчете. Как в расчете? Дорогая моя, не все меряется деньгами. И потом, те полмиллиона, которые ты отдала за Эдика, я подменила на фальшивый. Как? Так что Эдику я не завидую. Нет.
Представляешь, сегодня приходит один человек в банк и требует переписать твой долг на него. Кто? Он. Не знаю, как ты. Я бы такого мужчину точно не упустила. Спасибо тебе за все. А для чего нужны подруги?